Став. Идем на первом месте пока. Следующая игра ЦСКА в Лиге России. А после этого финальный Лига Чемпионский матч. Так что мне надо как-то уверенность командную поднимать. Что-то последние матчи не особо хорошо смотримся. Черышев, Халк, Шатов, Дзюба. Дани отдыхает перед ЦСКА. Ломберс тоже. Матч будет сложный, я думаю. 5 защитников против нас. Будем пробовать, будем стараться. Комбинации. Хави Гарсия решил проверить. Имеет место быть. Халк на дриблинге. Смольников. Халк. Что ж ты не добежал-то? Ну, сейчас начнут телегу возить. Надо, кстати, попробовать пас, задерживая R1. Это типа сильный пас с полным контролем точности. Как обычный, когда делаешь, он медленно так достаточно, ну, слабенько дает. А если R1 задержает, попробовать надо как-нибудь. Но это наш. Ну вот, например, сейчас. О. Ну я не знаю. Полезно это. Наверное, иногда лучше такой пас давать. Для большей надежности. Да. Окей. Не знаю, что там было. Дзюбиня. Камон! Дзюбиня очень давно не забивал. Поэтому надо с этим что-то делать. Играет-то он вроде-то хорошо, но забить не может. Мне бы такое в ворота пенальти поставили. Если бы я так свалил. По классике. Давай, Черышев, навесик. На Дзюбу. Давай-давай. Хорош. Анюков отработал. Кришита тоже, кстати, отдыхает. Чё-то он подустал. Ой. Не усмотрел я за парнем.
Так, Шатов. Дзюбинья. Ну, Дзюбинья жопой пошевели там. Прыгни хоть, не знаю. На 10 сантиметров вверх. Просто пипец. Вообще ленивый гад. Да, что? Как ты мяч так упустил? Я не могу в это поверить. Херовенький пасик. Так, давай-ка, Дзюба, поработай. О, телегу они возят хорошо. Надо так же. Вообще ничего не было. Наш. Ну, это наш. Олег Шатов. Неплохо, неплохо. Так, надо далеко, в общем, навесить. Да. Хороши. Наш мяч. Смольникова не получилось. А чё? А, наш мяч. Ну, я тоже телегу положу. Уф, Черышев, как ты? А, это Кришито был. Понятно. Да, с реализацией моментов у меня плоховато в последних матчах. Давай, давай, прессингуй. Капец, они рискованно играют, но так надежно всегда. Вот это был пас Сарадин, я полагаю. Сильный по низу. Nick
Ой, первый тайм так себе. 5 попыток, 0 голов. У Дзюбы были шансы. Кришта был хороший шанс. Шато. Ну не, чувак. Давай-ка не это. Во, это Сарадин, пасуля. Быстрая. Четкая. Так, пора в прессинг сыграть. Ну пипец. Они так и будут возить туда-сюда. Просто жесть. Офигеть. Что мяч отдал, поторопился. Халк. Я. Дзюбиньо. Ну, пробей. Капец. Это чуваки телегу возят. Они будут вообще играть? Что? Что? Как? Каким образом? О, господи, судья, что ты творишь? Пипец. Судья Бука. Я это повторять не устану. Шатов Халк. Мне такие пенальти, конечно, не ставят. Дзюба. Ну я в атаку пошел, потому что смотреть, как они телегу возят, что-то совсем скучно. Головой. Охренеть. Побежал.
There's good progress with this attack. Да ё-моё. А, вообще офсайд был. Ни хрена себе опасно. Охо-хо-хо. Ну вообще игра позорная. Ну и сушат игру они знатно. Бля. Ну вообще. Кому вы скинуть-то мяч? Давай, беги. Блин, что за фигня? Херенчик. Так, заменки. Нужны заменки. Чё, дать шанс вот этому чувачку? Рязанцев, как насчет сыграть? Даже не знаю. Ну ладно, давай. Рискнем. Халк, отдыхай. Понавешиваем. Пипец. Это жесть. Чё он? Я, чувак, серьезно? Это булки. Так, ну что? Ты серьезно, судья, да? Это булочники. Блядь, что? Красная. Well, here we are seeing a team really defend Alan Smith. It's going to be a question of attack against defense, I think. Everybody behind the ball trying to hold on to this position. Вообще ничего не получается. Там самое сложное, это у этих чуваков мяч отнять. А просто нереально. Капец, они сушат игру. Дзюбиньо. Что, готово? Поехали. Камон. Бля, дай мяч. Дай мяч.
Давай, чё, серьезно? Слабо, слабо. Ну, давай на весик последний. Ну, Дзюбиньо, ты будешь вообще прыгать? Рука была. Бездарная игра. Мне даже интересно, possession сколько. 34 на 66, обалдеть. Ну, как есть, как есть.